Привет, привет всем, кто не спит. Салют. Что-то ноги замерзли. Как дела? Как день прошел? Что делали? Оф. Блин, чего устал не ложаться? Что с прической? А что с ней? Что постоянно вы пристали к моей прическе? Почему она вам не дает покоя? У меня дела хорошо. О, Ангелина, привет, кто бы говорил. Да я же объясняла уже 1000 раз, что я не сплю по ночам. Все норм у нее. Вот, понятно? Нет, лежу и так. Хачапури, если честно, вообще было вот такое на высшем уровне. Я люблю, когда тесто прям только испеченное и сыр, много сыра. Это круто. Я прям съела его, и у меня аж глаза упали от того, как вкусно было. Тяжело смотреть. Лодочки Заринины, вот честно. Я их продавать буду вам. Да, Ангелин, да. Это вообще-то такие. Как Зарина лопатку сломала? Сила есть, ума не надо. Шкрябала и сломала. Я специально не сплю, потому что ждала твой эфир. Не стоит так жертвовать. Правое ухо. Ничего там. Что за арбузики? Арбузики это... Арбузики. Это арбузики. Неплохой бизнес выйдет с лодочками. Согласна, я говорю, она такие печет классные штучки. А завтра она будет себе лопатку. Че, Ангелин, ты что там поднакатила? Это. А завтра она будет этот пирог куриный делать. Да. А потом она хочет креветки с огнем шпарить так. Да, и потом я попробую еще как-то торт испечь. Я там видела красиво этот, вообще он делает красиво. Какой торт? На торте, ну я там увидела рецепт. Я просто подписалась, ну это реклама уже как-то была. Я там подписалась на Ладу прикольный канал. Я вообще там все буду делать. То, а торт вкусный? Ну да. Я просто невкусный не люблю. Ну я постараюсь, буду первый раз печь, вообще редко никогда не пекла. А еще на пирожки хочет печь. Зарина, тебе привет. Привет. Передает. Вам тоже привет. Ой, ужас, сами тебе. Все же эти надо выкидывать. Бочкосос. Так они же в другом. Так давай выкинем. Я их складываю специально. Тут уже некуда. Ну, если некуда, то да, ее можно выкинуть. Привет из Якутии. С колбаской тортик. Я не тоже такой торт, мне кажется, не очень будет. Нет, мы не вдвоем живем, еще гора с нами живет. Чем заниматься? У меня сегодня вообще занимательная история такая была. Я очень захотела мясо, говядину, стейк. Вот. А я в интернете как-то ВКонтакте, у меня попалась такая группа с мясом, типа мясо там привозят из Воронежской области. Я думаю, о, блин, там по-любому будет четкое мясо. Вот, пошла туда. А там такие стейки, ну не очень прям прикольные мне понравились. Они еще такие огромные, а зачем мне большие? Вот. А, я поехала в Мегу, она тут у нас, в принципе, недалеко, 15 до нее ехать. Поехала туда. А потом уехать оттуда не могла. Очень долгое время, были пробки. И очень поздно вернулась. Уехала было светло, приехала было уже темно.
Вы чем занимались сегодня? Рассказывайте. Блин, если честно, меня температурит. Мне кажется, я погибаю. Я прям горю. И башка болит целый день. Да, стейки тема. Я вообще что-то в последнее время подсела на них. Мясо прям. Еще говядина. Еще мраморное есть. Это вообще. У меня не прыщ, это болячка у меня. Там, блин, рана, видишь? Да, пятницу смотрю. Эй, давай не болей. Да я постараюсь, вот что-то у меня в натуре прям такое состояние отвратительное. Я не пью таблетки. Вообще. Что у меня щека правая не имеет. Так, короче, мне кажется, если я отрублюсь резко, то знаете, вызывайте скорую на адрес. Ну, кто знает, тут вызывайте. Перламутровый. А, точно, мы, короче, сидели как-то на кухне. Я, Зарина, Ангелина. Вот, и что-то про мясо разговаривали. Говорили. И Ангелина такая говорит: блин, типа, стейки есть прикольные, вот, из говядины, ну, такой, перламутровой. Мы такие, типа, такая есть. А она, короче, перепутала перламутровое с этой, мраморной. У вас, я так закатилась, я чуть себе живот не порвала от смеха. Перламутровая говядина. Имбирь, да, кстати, чай я люблю с имбирем. Вот, если я там заболеваю, то чай с имбирем пью. Воронеж, когда? Не знаю. Я не люблю пить таблетки. И у меня всегда такое, что организм должен сам лечиться. Сам бороться с болезнью. Когда песня «Успех в крови» выйдет. Вот именно эта песня еще не скоро. Ну, посмотрим. Ну, подумаешь, Ангелина тупенькая. Да ничего страшного. Бывают такие ситуации, так что не парься. Зорки на хачапури на высшем уровне, правда. Я даже в грузинских харчевнях такие не ела, как у нее. С Зариной дружили больше всего. Малины нету. Вы, девочки, взрослые, будете учить меня. Мы тебя научим, ага. Меня бы кто научил. Хотя я училась. Как там с Оксаной? Что? С какой? Не понимаю вообще. Берешь молоко туда, сливочное. А, я знаю, я так тоже всегда делаю, да, когда я заболею. Молоко, масло, мед в микроволновке подогреваю и пью. Вообще вкусно. Я сейчас сама сдохну, так что ты не сдыхай и температуру свою сбей. Выпей что-нибудь жаропонижающее. Милка либо. Чё, Милка? Ты чё опять тут Милка? Что? Булочки шикарные. Зарин, дай рецепт хачапури. Она тесто... Чем ты тесто катала? Чем ты тесто катала? Стакан. У нас нет каталки. У нас вообще ничего нет. Главное побольше сыра. Еще пол кусочка сливочного сыр натереть на мелкой терке и пол кусочка сливочного масла растопить в кружечке на плитке и перемешать это с сыром. Все. А, все запомнили? И не жалеть сыра. И сыра не жалеть. Прям все, что есть в магазинах, весь берите. Вот весь прям, до последнего. Проводят на воздухе, как и взрослые. Любимое занятие.
Нет, не смотрела Лигу чемпионов. Откройте мне хинкальную, пожалуйста. Я люблю хинкали. Нет, у меня сейчас моя жизнь меняется вот так вот. Каждый день, каждый, я не знаю, все. Я не знаю, что ждать завтра, что будет завтра, правда. Так что о планах о лете я вообще заикаться не хочу. Да, «Мир наизнанку» смотрю, это прикольная передача, мне нравится. Там много узнаешь про разные страны, города. Ну, типа, я такая собралась сейчас путешествовать, ездить там, где он. Да, Зарина вкусно готовит. Почему с Шамой не общаешься? Давно с ней перестал общаться. Очень хорошая девчонка. Ну, с Шамой мы давно общались. Мы хорошо общались какое-то время с ней, ну, несколько лет. Но так получилось, что перестали общаться. Ну, в принципе, это не очень важно уже. Уже прошло очень много времени. Тур в марте будет. 18-летие отмечаем, только домой пришли. А что так рано пришли? 18 лет. Елабуги? Это что такое? Город есть? Елабуга? Такое название необычное. Это круто, когда жизнь наполнена спонтанностью. Да, я с тобой согласна. Но какие-то моменты ты бы не хотела, чтобы они были именно такие. Но ничего не сделать. Что есть, то есть. По каким городам будет тур? Там будет около 10-12 городов. В Украине нет, к сожалению, не будет. Хотя я бы хотела бы какие-нибудь пару городов съездить. Выше прочти про Машу. Не поняла, еще раз, пожалуйста, напиши, я постараюсь прочитать. Сейчас себе всю лопатку начнут отправлять по почте. Да нет, не надо лопатку отправлять, мы купим сами новую. Зарина занимается своими делами, ходит тудым-сюдым. Мы стирали сейчас белое, у меня рубашка была грязная. Как будто вот ресницами кто-то в мое плечо так сделал, и там тушь много, я не могла свою рубашку отстирать. Вот, но пришла Зарина, принесла суперсредство. И я ее отстирала, представляете? Трек через пару дней. Вот буквально. Ну, понимаете, это все зависит еще от iTunes, когда они его туда зальют. Там типа тоже какое-то время нужно ждать. Да, я хочу еще раз в школе леди побывать очень сильно. Хочу обнять тебя, капец, сейчас плакать буду. Не надо, не плачь, ты что? Не стоит плакать вообще. Хоть кусок трека послушали, уже зашел. Но это приятно слышать, если честно, правда. Читаю, блин, мне что-то вообще натура башка сильно болит. Прям глаз почему-то правый. Еще прям так. И прям... Да нет, я не заболею. Я вообще не болею. Очень редко. Ангелин, тут все по Ане тащатся, не поняла, что Ангелин, у меня 4 часа утра ночи ушла в школу, а. Так ложись спать давай, чё ты тут сидишь, не сиди.
давление поднялось. Да вообще прям в последнее время что-то нервничаю много. Тут грех давлению не подняться. Нервам моим. Мне их уже нету, если честно, мне кажется. Эфир 18+, надеюсь. Я тоже надеюсь, что 18+. Сосисы вообще вчера отлично шикарные, потому что спать надо, блин. А ты хер спишь, вот у тебя и виски, и глаза, и все болит. У меня такая же система. Мать, ты чё? Я уже привыкла так, это мой обычный режим. Бля, я проснулась, успела. Привет, Анют. Привет, Алина, как дела? Ложись спать обратно. У меня завтра 9 уроков. Боже мой, это вообще ужас. Как может быть 9 уроков? Старей женщина, не говори так, умоляю. У меня и так депрессия по этому поводу, что мне скоро будет много лет. 22. Вообще депрессую. Аня, наш диалог затерялся в директе. Наверное, затерялся, да. У меня многие диалоги там теряются. Анечка, не читаешь вообще ни личку, ни директ, ни WhatsApp, ни сообщения. Я читаю, правда, я же не знаю, кто чей номер там. Какие-то сообщения я отвечаю. Например, сегодня никогда не думала, что я поставлю людей в блог и ВКонтакте, и номер телефона, и то есть везде. Но сегодня мне настолько достали какие-то, ну я не знаю, как их назвать, ну мелкие какие-то. Они мне звонили с самого утра, вот, потом такие что-то спрашивают меня, ты кто? Я такая говорю, вы что, вообще ненормальный, придурочный, кому звоните? Я говорю, не звоните сюда, я говорю, я сплю. Типа, я сейчас в блог поставлю. Нет, названивают. Я такая говорю, ну все, пизда вам. Короче, в блог закинула, она мне пишет ВКонтакте, это мы тебе звонили, ответь, давай через контакт мне как-то звонить. Я ее там в блог. Короче, по-черному наказала, так что со мной лучше не связываться. Я тоже не люблю пиздяков. Ну, блин, я... Есть нормальные, есть адекватные, которые тебе... Вот они звонят тебе, они с тобой разговаривают, там, привет, Аня, там, я там хочу с тобой познакомиться, что-то спросить. А есть такие дебилы, они звонят по 100 раз, из этих 100 они, короче, там, раз 20 они скинут телефон, вот, потом они такие услышат мой голос, опять скинут, потом мне скажут, это Аня, потом они опять сбросят, короче, и вот так постоянно. Переспим, Лёха Попков. Ты чё, сын? Иди учись. Чё ты мои сообщения игнорировать вздумал? Нет, Ангелин, где? Переспи со своей левой рукой, чувак. Вот именно, я тоже согласна. А почему ты думаешь, что он левша? Я если бы позвонила, я бы тоже растерялась, хотела бы с тобой поговорить. Ну, просто нам это не нравится, когда вот, если ли ты две Маши, что? Ли ты две Маши? Я не поняла, что это за вопрос? Зато ты меня заметила. Вообще, это супер, гордись этим. Правда, написать такой идиотизм, чтобы тебя заметили. Я не заметила не именно твое сообщение, а просто вот они шли, я увидела, прочитала. Анька, ты пьян? Нет, я что-то... Мне плохо просто немного. Что я говорила? Я вообще забыла. А! Про звонки говорила. Что... Ай, блин, бодачка так болит. Короче, если вы решили нам позвонить,
то разговаривайте, не скидывайте трубку, что-то спросите. Если мы заняты, мы вам скажем, что, блин, сейчас мы не можем говорить, мы заняты, давайте попозже. Вот, но звоните, сбрасывать, так раз 20. Это вообще, это сразу, все, я буду таких вот прям блокировать. Я раньше никогда вообще не блокировала людей. Слушаешь ты две Маши? Да, я могу послушать две Маши, да, могу иногда послушать. Как хачапури. Хачапури вообще супер. Я тебе завтра тоже позвоню номером Даши. Ой, Андрей, хватит шутки шутить, ладно? Так откуда они твой номер был? Ну, был уже такой, просто был такой случай. Случайно, блин, что-то у меня так башка болит, что я торможу. Вы там не обессудьте, ладно? Таня Калягина случайно назвала курьеру мой номер, а я вела в это время прямой эфир, вот, и, ну, она шепотом, она даже отошла в другой конец комнаты и шепотом говорила мой номер, ну, чтобы заказ. И вы услышали, и все, после этого начались звонки прям нереально. Привет с Израиля. Блин, Израиль тоже привет. Там очень круто. Она только мне номер даст. Я ее фанатка. Ну, не знаю, дам ли я тебе свой номер или нет. Пусть Зарина подойдет, поздоровается. Не надо так говорить, пожалуйста. Что значит подойдет? Если посчитает нужным, она подойдет, поздоровается. А, как живете с девочкой вместе? Нет, мы не ругаемся, все нормально. Ань, хочешь дреды? Нет, я вообще ненавижу дреды. Это такой отврат для меня. Ложись спать, отдыхай, про молоко и мед не забывай. Вообще стихи прям написала, прикинь. Ложись спать, отдыхай, про молоко и мед не забывай. У меня есть диван. Тут не мандичо. А... У меня есть, давай тут не манди. Блин, я даже не вижу, расплывается. А... Все будут все просить номер. Да я не буду, конечно, просить. Все понимают, что то, что... Нет, твой номер висит на стране. Был в инсте, сама накосячила. В инсте, да, был, но я когда была на проекте, я его убрала. Ну, я попросила там его убрать. Нет, номер не хочу менять, потому что мне очень нравится этот номер максимально. Ань, кому несла цветы? Себе несла. Это не стихи, это правда жизни, отдохни. Yeah. Блин, спасибо за заботу, я отдохну, да. Ты... Вот там, где ты про что-то говоришь, Ангелин, там вообще никто не знает. Я просто забываю его постоянно убрать. В разном стиле хочу писать. Вон Зарина ходит. Короче, я... А где Айкос? А, тут же маленьких нету, да, я покурю. Вы не против? Если откинусь... 0,3. Ну, хотя тут Зарина есть. Ну, хотя она подумает, что я сплю, наверное, если... Ты мне приснилась сегодня на сон, да, что там было, расскажи. Знают все, Ань, многие. Я вчера сама охерела. Насчет чего охерела? Не поняла. Да не, не знаю, я тебе говорю, не знаю. Как относишься к пирсингу, если он у тебя? У меня только уши проколоты, все, больше ничего нет. Ну а так, мне не нравится, когда язык проколот, ну типа...
Я в детстве хотела себе бровь проколоть, но потом хорошо, что переросла это и такая, типа, не. Я круто, привет. Гора по делам где-то своим. Мой маленький брат сейчас смотрит твой эфир, ему только 3 года. Ну, надеюсь, он не понимает, что я буду айкос курить. Ты только желтый куришь? Ну да, как чаще всего, да, желтый только. Но если нету, конечно, то придется другие какие-то. Не, недавно курю. Даже года нет. Даже полгода. А, нет, подожди. Ну, даже полгода нет. Хотите услышать какофонию мира? Мне сейчас кот напугал. О, у меня кот такое творит вообще. Я когда ложусь на кровать, он сразу подбегает, одеяло сворачивает и чикает его. Хорошо, что я его отучила от моей башки, а то он раньше... Он так стоял, смотрел на меня, смотрел такой лапами, такой жопой туда-сюда. И как прыгнет на меня в руку, так зубами возьмет и чикать хочет. Вот, потом он мне на голову бросался, в затылок меня, короче, дюкал. Вот, а потом я его отучила, я его, потому что уже ругала, говорю, что так нельзя. Все желтые почему-то курят, я тоже перешла до них только... Миски? Что такое миски? Ну, желтые это типа классические, они не тяжелые. Поэтому все курят. Оранжевые, если вот топлю желтых деду, то я куплю оранжевые. Но они такие. Намек понятен, подушку. Да, понятен, конечно. Где ты это все ищешь? Аня, я хочу спросить твой совет, можно ли как-то... Я тебе так скажу, я не суперсоветчик. 23 февраля, что будет, ответь. 23 февраля будет. Да я не бухаю, где я бухаю, вы что гоните? Кто пишет то, что я бухаю? Вы больные, мне просто плохо. Я тебя очень сильно люблю, ты самая лучшая на свете. Спасибо, это очень мило. Ты в Чечню когда приезжаешь? Не знаю. В Чечню, я как-то не думала в Чечню. Ты прочитала мой сон? Блин, нет, я не прочитала. Прости. Это тайкос на всю хату воняет. Я умирала, из 7 человек не курит только один эту херню. Из каких 7, блин? Ты чё, вообще? Подписчики восхищаются, но просят убрать вуаль. Мне девушка похожа на головку лука в сеточке. В виртуальном пространстве Градила Ника Щапова. Новости пятницы. День рождения у меня 17 апреля. Нет, не как обычные сигареты. Если бы Айкос был как обычные сигареты, я бы его вообще не курила тогда. Потому что я вообще не переношу запах обычных сигарет. Илюхин отец в Чечне. Поехали в гости. Кстати, в Чечне говорят красиво. Сторис горошком так пафосно ты ехала. Нет, я нормально ехала. Просто был один момент, когда я хотела посмотреть, ну, время на часах, а, ну, часы под пальто. И я так сделала, типа, получилось, типа, пафосно, да. Ты чеченка, а похоже? Горы кайф. Горы везде кайф. Вот в Алмате я тоже была, там горы такие вообще сосные. Ладно, спокойной ночи, спать ложись. Да, хорошо, скоро лягу. Спокойной ночи. Эфир, ну, сохраню, да.
Моя собака только что укусила меня. Ну, надеюсь, она укусила тебя не сильно. В марте тур будет. Электронные сигареты на курице. Я только вот так скурю, и все. И прям накурюсь нормально. Бура эфир начала. И что вы? Давайте уйдите еще туда мне. Только попробуйте. Уйдете, все, отписка от всех. Я буду сейчас следить за количеством людей. У меня телефон какой? У меня 5SE. Я не могу себе всю телефон купить. Руки вообще не доходят. Мы не уйдем. Я вот уже один человек ушел, я вижу. А, ладно, два пришли. Зора не спит, да. Вон она ходит. Она сейчас будет смотреть страшные фильмы. О, я вижу то, что от меня люди ушли. Все. Больше я этих людей... А, опять пришли. Хотела только поругаться. Я еще раз написала. Блин, про сон опять написала. Блин, да где я его пропустила? Я его пропустила. А, вот. Ты, Саша Петрова, с пацанок, вы были моими сестрами. Это сон. Мы жили вместе, был какой-то праздник, мы его искали вместо в клуб. Блин, перепрыгивает. Ну и вы искали место, куда меня отвезти. Ну, прикольный сон был, самый лучший. Блин, все, я прочитала твой сон. Наконец-то. Они уходят к Тане, видят, что там скучно. А что она там делает? Ну, кто захочет, тот может идти к Тане, к Бурой в эфир. Со мной останутся мои верные самые. А Зоря это вообще, это принцесса счета, в трусиках, бусиках ходит. Все, я вижу, что опять ушли. Она там пьет вроде, ну я так и знала, в принципе. Да я не бухаю, мне плохо, у меня голова болит и глаза очень болят, у меня температура. Кажется, что бухаю, возможно, да, но у меня прям... Как, тип, можно предать Харта? No? Какой хлеб? Какой хлеб? А почему чай вы никогда не пили? Не знаю, это с Англии чай. Вот эту штучку я когда сюда просто чай купить, я помню, что у тебя такая есть. Это что, такой чайничек прикольный, который на кусочке. Я останусь тут хищника злить, боюсь. Да, правильно, меня не надо злить, а то я прям рычать начну. И в горло вгрызусь прям. Блин, если честно, у меня что-то в натуре с глазами. Уф. Не, волосы не хочу отращивать, потому что если я начну их отращивать, они начнут мне прям сильно мешать, я их начну опять собирать в пучок, а мне это вообще не хочется. Блин, чё вы к Ане пристали? Бухаю, она вам 100 раз сказала, что ей плохо. Вот именно! Понимаете? Буру 49 зрителей. Вы мои родненькие, вы все со мной, вообще обожаю вас. Помните? Май? Хар? Ваш?
Сахар. Зарин там постель заправляет. Блин, как вы так все видите? Да, она... Они видят, что ты даже постель заправляешь, другие? Даже я, блин, не вижу отсюда, что ты там делаешь. Давление у тебя скачет, дорогая, надо отдыхать, ложиться. Будет 45, мы с тобой. А, я вас вообще обожаю. Мои малыши, карандаши. Вот что значит братство, бро, хищники и тигры со мной. Ты уже всем тут перенесли, что ж ты с нами делаешь? Но я же не виновата. А на что свой выигрыш потратила? Ну, я не скажу, что я его потратила, то есть бесполезно. Я оплатила, то есть, счета дома. Как, ну, вот. Ну, я маме помогала, то есть себе что-то купила, конечно же. Но я не потратила прям все. Вот, поэтому у меня даже еще есть деньги. Витаминчики, пенники. Да я не пью таблетки вообще просто. Я не люблю этого. Они одно лечат, другое калечат. А у тебя глаза сушат, значит, температура или давление. Просто когда у меня температура или давление... Вот, у меня что-то такое, у меня очень болит голова, у меня прям глаза плывут и... Мне жарко очень. А где вас можно чаще встретить? В Москве где-нибудь? Цензура, Зарина. Цензура, Зарина. Ань, не пыли. Да я не виновата, что она там ходит, где? Ты все сообщения видишь, директ? Стараюсь. Но их очень много, я не могу так вот на все прям ответить. Трусишки Зори интереснее, чем эфир Буры. Чего? Да потому что ты в трусах ходишь тут, туда-сюда. Это я ж дома. Ну. Спокойной ночи. Это арбузики, которые я ей подарила. Трусики, арбузики. Аня, помнишь, о чем мы говорили? О чем? Мы хотим арбуз. Да, а, кстати, да, помню. А? Мы хотим арбуз. Какой арбуз? Да, мне тоже писали, типа, что там с арбузом. Будешь когда-то в Украине? Да, буду когда-нибудь, обязательно буду в Украине. Я люблю это. Ну, как, я люблю эту страну, в принципе. Я там родилась, я там жила долгое время. И мне это снилось. Да что ж это такое? Надеюсь, у вас сны были только хорошие. С тобой есть возможность затусить в Москве? Конечно, есть. 18 тебе есть? Вы милашки, спасибо. Вы тоже у меня милашки все. Мои любимые. Что там интересный... А, что там интересные конкурсы будут на туре? Я готовлюсь. Ты будешь во всех конкурсах участвовать? Ну, вообще, да, будут. Мы постараемся придумать интересные конкурсы. Приезжаю в Минск. Как-нибудь. Привет, ты огонь. Спасибо, Беба. Так, все, я вижу то, что, короче, от меня опять люди ушли, значит, ушли к Буре, да? Не ходи ты к ней. Не ходи. Вот тут ты вот тут мармелад можешь в пакетик высыпать просто и все, а баночку. Чё? У нас там много мелочи лежит, я сейчас всё сюда буду ложить. Там. А чё, в твоей свинине? Там только десятки. А вот остальные сюда. О, смотри, какая красивая. Блин, пахнет как. Да? О, да, прикольно. Там вот вкусные мармеладки были, вот там невкусные. Это типа, это пацифары. Конечно, пацифары, это что-то жарко. Вот. Ну, Бура в эфире шаманки. Ну ладно, пускай. Вам нравится жить втроем? Ну да, это не скучно, весело. Сразу все там тем более будет.
А, все, я вижу, короче, туда народ, да, ушел. Все, предатели, я вас запомнила. Все, всех вычислю, всех накажу и все, сюда не впущу вас. Диана 050, бля, ладно, что, я помню наш разговор, да, что? Ну, за хищников же надо допить в конкурсе, не так ли, чтобы знали, кто тут на районе тигр. Да, правильно. Диан, ты можешь мне написать в директ, и что ты хочешь, какую-то тему обсудить? Самые лучшие остались с тобой, ты лучше тех двух. Блин, спасибо. Я вообще конкретно вижу, что у меня люди прям уменьшаются, все ушли туда. Блин, мне опять прибавились. О, чё, Овен был? Да, похоже. Овен всегда первый, блин, я всегда его пропускаю. Лев. А, Лев? Гороскоп с Левом. Да я не... Я не бухаю, вы понимаете, я просто плохо себя чувствую. Жалко, втроем прямой эфир нельзя вести. Ну... Да ладно, втроем была бы вообще шумиха, если бы втроем вели прямой эфир. Было бы не то. Главное, что ты в своих уверен, твои не уйдут, поверь. Я с тобой согласна, да. Это вообще великие слова. Выпей чай с лимоном. Лимона нет у нас, блин. Мы сегодня хотели там. Все болеют, вообще все почему-то. Вот сейчас многие пишут, я болею, температура. Ну, лечитесь, ребят, не болейте. У меня мама очень заболела тоже. Вот до последнего все тянула, и все. И беда. И в больницу легла. Так нравится момент в финале, где ты говоришь, а можно запустить сюда тигра? Да, в гостинице, где я сказала, можно, чтобы тот тигр ходил? Было бы круто, если бы маленького тигренка принесли. Но они нас вообще наебали. Как же я люблю ночные эфиры. Ну, почему-то очень многим нравятся именно ночные эфиры. Это правда. Съешь сладкое, мне помогает при давлении. Да, если честно, я так хачапури наелась с Ириной, и что мне уже вообще ничего не хочется. Ну, я чай, может быть, попью. Тебе, кстати, очень идет эта прическа, кайф. Ой, Алин, спасибо большое. Прям прическа не могу. Это такая... Они же еще красивые, да? А? Они же еще красивые у меня. Кто? Красавчик. Ну, да. Чистокожие. Что-то я в них не хожу. Так ходи. Так, блин, что-то я забываю, блин. Кто тут из Сыктывкара? Лера Матвеева. Я сегодня получила протокол. Какой протокол? Только меня не наказывайте, я же маленькая. Фон выключаю, потом включаю сама. Спросишь, не поняла, о чем ты. Горы нет сейчас. Это не рок, это болячка. И она очень болит. Я содрала нечаянно. Покорябала. Мне по кайфу ночные тем, что ты здесь настоящая, но тип без этой лишней мишуры. А чё я типа с мишурой где-то хожу? В пуху такая типа. Нет, я всегда. Просто... Когда тут маленькие дети, не хочется ругаться матом, чтобы они, типа, не думали, что вот там
какой пример, ну, им пример не хочется такое подавать. А когда, то есть, они спят уже, можно вообще говорить, как хочешь. Все мы прекрасно знаем, что мы не без грехов, но и матом поругаться. Я не люблю им ругаться, но я им ругаюсь. Кто по активности лучше, ты или Денчик? Да я даже не знаю. Если она пьет и курит, это показать то, что человек плохой. Поймите, это раз и навсегда. Это не... Я не... Да блин, я не пью прям много. Да что вы из меня такую алкашку делаете, как будто я бухаю каждый день. Нет, такого нету, я не бухаю каждый день. Понимаете? И сигареты я не курю уже очень много лет. Вот Айка сначала вот, ну, в октябре курить. Когда вы последний раз не виделись с Милос? Две субботы назад, наверное. Аня, давай наконец-то в Москве затусим. Как-нибудь обязательно затусим. Бля, ты такая пиздатая. Ой, спасибо, не могу. Как бросила курить? На самом деле, я очень давно хотела бросить курить, но когда курила, я прям мечтала, но у меня не получалось. Потому что очень много типа, таких нервных моментов, срывов было, и прям к сигарете тянулось. Вот. А потом я перешла в команду Зорки. Ну, для меня это была команда прям хорошего показателя, высшего уровня. И мне хотелось выкладываться там. И в один момент я такая себе сказала, что все, ладно, надо заканчивать с этим. Перестала курить резко. И я такая сама думаю, ого, я серьезно не курю. Я стала замечать, что я не курю день, два, три. Я вообще с собой гордилась. Нереально. Это не знаю, это все в голове. Вот просто надо себе сказать, что все, не надо курить. Вот если кто курит, тут я вам скажу, если вы захотите бросить курить, и вы не покурите дней пять, у вас появится отвращение к сигарете. У вас появится отвращение к этому запаху, дыму. И я вот не переношу больше вообще запах сигарет. Когда... А я чувствую, что кто-то курит где-то рядом, мне прям аж плохо становится. Вот, поэтому, короче, бросайте курить. Это вообще уже не модно. Все твои люди с тобой. Я очень рада, правда, что все мои люди со мной. Я просто думала, сейчас начнет кто-то другой эфир, и вы все убежите туда. Что Зора готовит? Она уже приготовила, хачапури готовила по-аджарски. Что ценишь в людях? Не знаю, я ценю искренность, доброту, честность. То есть, тут такие качества. Важные. Хотела, кстати, спросить, тоже будет 18+, без малолеток орущих. Вот это обещать не буду, потому что, скорее всего, будет не 18+. 18+, может быть... Будет, если там, например, мы будем оставаться ночью, вот, кто-то захочет, например, чтобы мы были с ними в клубе, там еще где-то, вот, тогда уже будет 18+. Ты самый тигриный тигр из всех тигров. Вот это крутой комментарий, мне понравился. Класс. Тигриный тигр из всех тигров. Спасибо тебе. Молодец, что бросила курить, красава. Да, спасибо. И что советую вам тоже бросать курить. Спокойной ночи, спокойной ночи. Анечка, без тебя жизнь грустная. Ань, знаешь Вербицкую? Да, знаю. Привет, киска, привет. Фиаско, фиасище, да. Это конкретное фиасище. Фиасище. Ще-ще. Так, обнимемся, обязательно обнимемся, ты чё? Пишу... 100 000 раз скоро поеду в Икеа, но только в Риге. Куплю тебе огромную тигру, только
только игрушечную, и буду ждать нашей встречи в этой жизни. Я 100% встречусь с тобой, это моя цель, люблю тебя. Вот тигр огромный, с Икеи. Он вообще бомбезный, я его так люблю. Я с ним сплю всегда в обнимку. Так. 1000 извинений. Очень сейчас попрошу человека из эфира, кто мне названивает, не звонить. Пожалуйста, потому что я веду эфир, не надо мне звонить. Новосибирск, да, скорее всего, мы приедем. Привет, соседка с Барышихи. О, привет, привет, знаю такой район. Сколько у тебя тигров собрал? 1, 2, 3, 4. Ну, штук 7, наверное, есть, мне кажется. Где-то так. Ты бы хоть отвечала на мои смс, это мне сейчас написали. 1000 извинений, но я не могу отвечать сейчас на смс. Вот тот человек, кто не уйдет от меня, не предаст меня. Тут половина Софира, Тани и Кати прибежала народ. Ну а что, у них так скучно, что ли, там? Они девчонки веселые. Ассалам алейкум, алейкум ассалам. Моего маленького сохранила. Инфинити. А! Да. Да, 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 да. Тогда терпение мне на туре, потому что они уйдут, пока не сделают фоток, даже не пообщаться, Рон будет. Ой, ладно, Алин, ты такая же, как одна из них, захочешь сделать фотографию. Такая дилвай прям там сидит, не могу. Можно твой номер? Мой номер продают за 10 тысяч рублей. Представляете? Я в студию, она улетает. Выбери для меня время, пожалуйста. Это мне сейчас пишут отдельные сообщения. Пати Тарамова. Что случилось? Я не понимаю, кто это? Нет, я не смотрела Лигу Чемпионов. Я что-то подсела на сериал про любовь. Очень. Мне нравится один сериал. Он только вышел по СТС, называется «Пекарь красавица». Не знаю, он такой добрый, что ли, прям про любовь. Про любовь. Что ты будешь делать? Да я Сигна обещала там тебе детишка сделать. Сигна обещала детишка. Ребятишка. Смотрела «Игру престолов» или «Волчонка»? «Игру престолов» нет, сразу говорю, потому что это какой-то дебилизм, я считаю. Ой, кстати, температуру не дала. Я вот сколько мне о нем говорили, я уже с рассказов поняла, что я не буду даже сериал смотреть, потому что это такое г. Вот. А «Волчок»? Ну вот, «Волчонок», я пару раз смотрела у девочек, когда мы были на сборах, но это тоже какой-то бредовый сериал, так себе. Вот, ну, делать было нечего, думаю, ладно, посмотрю. Ну, я там вообще начала там с середины какой-то, у меня такой же градус. Ну, это вообще самый стандартный, обычный градусник такой у всех. Электрические градусники я не люблю, они иногда это троят. Смотришь сериалы от Нетфликса. Не знаю такой. Они тут самая офигенно топовая. Я люблю тебя, поешь. Не поняла. Перескочила сообщение. Я тоже даже не хочу «Игру престолов» смотреть. Вот правильно, не смотри. Посмотри сериал «Клиника» или «Друзья». Они веселые. «Клиника» что-то знакомое. «Друзья» тоже мне говорили, друзья, я не смотрела.
Конор, ну прочитай, да-да, читай, что читать. Вот сколько раз тебя видела, ни одной фотки так и не... Серьезно, ни одной фотки не сделала. Блин, представляешь, сейчас первый раз собаку нарисовала сама, ну вот это... Я поняла, как я все равно так делала. Видишь, внутри кружок, а там буква А, правда? Там буква А, и да, и вот так кружок. Прикинь, я еще сама написала. Колосс. Привет, Аня, привет. Покажи Зорю. Ой, сейчас. Чего? О! Аня, ты что-то не кое-что не сказала. А. Не показала? Не знаю, я ж не видела. Конор, приезжай в Томск, хочу с тобой фотку. Обязательно ради фотографии я приеду к тебе в Томск. Блин, какое длинное имя у нее. Закончив прямой эфир, можешь уделить мне пару минут. Девочка, пожалуйста, ну как так? Знаешь, очень много людей, кто просит уделить пару минут. Пиздец, я тут один последний пацан. Откуда ты знаешь, может, ты тут не один пацан? Блин, что-то я это... Зоря киса. Зоря звездочка. Ура, ты прочитала, я жду тебя. Директ напишу, короче, тебе понравится. Давай, напиши. Надеюсь, что да, понравится. У Барби новый трек? Возможно. Я просила не вслух. Я не понимаю, понимаешь, что ты просила не вслух? Ты мне пишешь, ты мне звонишь. А, когда я разговариваю с людьми, так нельзя делать. Надеюсь увидеться в Питере. Но в Питере мы 100% будем. Зори звездочка назвала. Да. Да, Анжела ее назвала звездочкой. Сейчас прочитаю, что напишу тебе тут. Хорошо, я постараюсь прочитать. Просто перескакиваю сообщение, я не успеваю. В Уфу приезжай. Маньячки тебя преследуют. Ну, было пару моментов таких, но неважно, не будем об этом. Жаль, что ты думаешь, что у тебя только орущие какие-то фанатки, а не люди, которые интересуются тобой как человеком. Да, конечно же, нет. Я об этом вообще не думаю. Честно, вот правда не думаю. Я считаю, что у меня очень хорошие фанаты, искренние, добрые. Ну, ты, ну то есть, очень похожие на меня. Вот. Но не без кричащих. Кричащие тоже есть. Кстати, у меня до эфира осталось 1.5 минуты, поэтому мы скоро с вами попрощаемся, к сожалению. Но я не хотела бы вас отпускать. Если на предложение победено, платно. Если просто только вам расскажите дальше, то пост тоже. Пост тоже можно, да. Блин, осталась 1 минута. Типа я не серьезно. Много таких особ, которые слишком хотят влеча в твою жизнь. Не поняла. Пипец, я вовремя. Конечно, Настя, уже все, минута осталась, и сейчас эфир закончится. Ну, когда ты час ведешь эфир, он заканчивается. Да? Да, он автоматически выключается. Ну, там написано наверху, типа, время до окончания эфира. Спокойно. Это Надя Колдакен? Где? Какая Надя? Я не сказала Надя. Внезапно на работу я с тобой кайфую. Ну, недолго осталось кайфовать, всего лишь 30 секунд, так что... Мне тоже жарко, правда. У меня там 37 с чем-то температура была, ну, час назад. А что, если я сама... Спокойной ночи. А? У меня что, будет отражение зеркальное? Поставь телефон вот туда, вот в коробке, и на таймер, и с фоткой. Все, я вас люблю, целую, обнимаю крепко. Спокойной ночи вам. Спасибо, что были со мной.